Давайте ответим на самые важные вопросы о школе творческого программирования. Чем занимаемся? Через игры и все, что с ними связано, осваиваем различные направления геймдев, IT и медиаиндустрии. Создаем ролевые, настольные, мобильные и видеоигры, а также мультфильмы, дизайн, косплей и мерч. Как это происходит? Тут все просто, каждый выбирает то, что ему больше нравится, изучаем все, что необходимо для реализации проекта, придумываем свои сюжеты, ходим на экскурсии в компании, посещаем выставки, участвуем в конкурсах и хакатонах и, конечно же, работаем в команде. Для кого эта школа и кто преподает? У нас учатся дети и подростки со 2 по 11 классы, а преподают опытные учителя с новаторским подходом и эксперты из геймдев и IT-индустрии. Чем еще интересна наша школа? Мы погружаем учеников в реальные творческие процессы самых разных профессий, тем самым помогаем с выбором направления. Учим мыслить творчески, структурно и логически. Совместно создаем проекты и рассказываем, как доводить их до конца, закрепляем знания, полученные в обычной школе, и сочетаем интересное с полезным. Где? Обучение проходит в уютных учебных классах частной школы Стэмбридж по адресу Минск, улица Некрасова, дом 31. Дистанционное обучение также скоро появится. Приходите, будем рады вас видеть. Ролик сделан при поддержке ООО «Мелсофт».